Цель находится в здании. Квартира Алекса Мерсер, комплекс Реналия, Верхний Ист Сайд. Цель обнаружена. Поджигай. Это он сам. Убейте всех морских пехотинцев, пытающихся вызвать подкрепление. Ударная группа. Враг вызывает по рации ударную группу. Ударные группы – быстроходные воздушные отряды и ваши самые опасные противники. Убейте врага до того, как он сделает вызов ударной группы, и отмените ее прибытие. Так, понятно. Он, походу, успел. Так, что нам? Ну, самолет, он вертолет. Бахнуть. Поздоровался со мной. Альфа Чарли, полуночник направляется к точке вызова. Вывоза. Место сбора, точка эвакуации, северная сторона парка. Найдите агента около точки эвакуации. Цель ушла. Повторяю, цель ушла. Интересно, они взбунтуются? Прохожие. То есть перед вами швырнули прохожего. Не, ну кто-то убегает, кто-то не видел. Что-то этот не понял, что происходит. А в них измениться, интересно, можно? Покрасивее возьмем. Нет. О, тебя возьму. Да, меняется. Прикольно. Это прикольно. А деревья ломаются. Относительно. Может, машина сломается? Машина тоже не ломается. Так, ладно, возьмем нормальную форму. Надо его вытащить отсюда. Вооружение. Реактивные гранатометы очень эффективны против бронированной техники. Вы можете использовать любое оружие, брошенное врагом. Убейте противника и нажмите U, чтобы взять его оружие. Подобрав оружие, нажмите левую кнопку мыши, чтобы стрелять. Так, надо сначала. Успел, не успел. Походу, не успел. Так, ну, в принципе, переодеваться-то не обязательно. Не успевает поглотить его. Так, ладно, мы его взяли. Выделяем танк. Назад. Уладите агента до того, как он доберется до вертолета. Где агент? Подальше отойдем, чтобы не мешало. У нас будет пикничок. Цель цепи событий, капитан МакМаршал.
Доктор, постарайтесь как можно конкретнее. Нам необходимо знать, с чем мы столкнемся на месте. У него переменное действие. Когда оно все же проявляется, вспышка в айдах окажется легкой простудой. Мне не нужно напоминать вам, джентльмены, как близко мы подошли к точке невозврата в айдаха. Тело Мерсера — бомба, начиненная патогеническим оружием, и она готова взорваться. Сейчас эта бомба в городе. Перехватите ее любой ценой. Я бы сказал взять его живым или мертвым, но не думаю, что к Мерсеру применимы эти категории. Цель событий — ваш интерфейс, позволяющий открыть, изучить и обрести воспоминания. Цепь событий заполнена на 2%. Сек 1. 2 из 8. Поглощение целей цепи событий открывает связи с новыми целями, которые нужно найти и поглотить. Каждый узел связан с другими узлами, молекулярными цепочками. Они представляют собой связи между этими целями цепи событий. Используйте мышь, чтобы выбрать связи для перемещения от узла к узлу. Этот узел воспоминания поглощенной цели. Щелкните по узлу кнопкой мыши, чтобы воспроизвести воспоминания. Проиграть воспоминания. Нажмите Enter, чтобы пропустить ролик и вернуться. Так, ну это то, что мы видели. Так, она не продолжилась. Так, используйте мышь, чтобы выбирать связи для перемещения по узлам цепи событий. Это узел предварительного просмотра. Выслеживайте и поглощайте носителей, чтобы вам стали доступны их воспоминания и другие узлы. Нажмите «Воспроизвести», чтобы войти или выйти из цепи событий. Выход. Периодически посещайте цепь событий, чтобы заново посмотреть воспоминания. Задание выполнено. 15 тысяч опыта. Открытые испытания 2. 1. Единственной четкой мыслью была мысль о мести. Единственной моей мыслью. Я знал, что дело в Гентеке. Все сходилось. Я там работал. Дана расследовала для меня их операции, и там была черная стража. Причина моих изменений, потери прошлого, что бы это ни было, оно началось там. Я думал, если мне удастся узнать, кто заправляет Гентеком, то до того, как черная стража сотрет их и их память. И что, по-твоему, это должно было? Ответы. Я хотел узнать, что со мной случилось, причину, кого винить, кого можно наказать. Сказать по правде, я никогда не думал, что найду ее. Я желал ада, в котором никогда не был. Третий день после заражения. Подтверждено появление зараженных на Манхэттене. За стеклом. Направляйтесь к убежищу Даны. Так, у нас есть карта. Улучшение. Так, цепь событий. Капрал. Этого мы видели. Этого мы видели. Так, это я не знаю, видели, не видели. Но, видимо, если открыто, значит, мы уже это просмотрели. Правильно. Да, это мы видели. Ну, все, значит, видели. Нет смысла их пересматривать. Так, ладно, выход. Испытание. Высокий полет, прыжки по карнизам. Это, я не знаю, надо проходить, не надо. Если это только на результат... В принципе, не надо. Движение, планирование, убийство, бой, поглощение. Ладно, потом пройдем одну, попробуем. Статистика. Время в игре, задание выполнено. 3 из 31. Еще 28 заданий. Мы, наверное, сначала все основные выполним, а потом, если что, пробежимся по вот этим. По чуть-чуть. А, опыт дают. Высокий полет 0, 13 тысяч.
Понятно, то есть если мы будем проходить дополнительные миссии, то мы будем просто получать опыт. А опыт мы будем тратить на улучшение. 55 тысяч. Навыки защиты, движение, живучесть, бой, маскировка. Приобретено. Человечество, ваша маска. Используйте маскировку, чтобы стать совершенной копией последнего поглощенного человека. Удерживайте К, используйте мышь, чтобы выбрать маскировку. Так, К. К. Ладно. Попробуем К. А вот тут есть такая ячейка. Но пока можем только выбрать две. Так, что у нас еще есть? Бой в воздухе. Ускорение удара в прыжке. 10 тысяч. Повысьте дальность скорости и наносимый урон удара в прыжке. Этим улучшением хорошо использовать против вертолетов или бронетехники. Пока не важно. Захват и бросок. Захват при спринте позволяет вам схватить оружие или жертву, не останавливая движение. Схватил и беги. Так, вот это полезно. Захват при спринте позволяет вам хватать объект или врагов, не прекращая бега. Комбинируйте его с броском при спринте для достижения максимального эффекта приема. Хватайте жертв для поглощения, не останавливаясь, а затем поглотите их в безопасном месте. Так, дальше. Живучесть. Критическая масса. 15 тысяч. Выйдите за границы максимума здоровья и перейдите в режим критической массы, чтобы увеличить урон от атак и получить способность использовать разрушительные атаки. Можно улучшить. Так, надеюсь, хорошо, что больше урон будет. Посмотрим. Движение. Рывок в воздухе. Меняйте направление прыжка с помощью рывка в воздухе. Рывок в воздухе может использоваться, чтобы избежать атак, увеличить расстояние или изменить траекторию прыжка. Поэкспериментируйте с этим приемом, овладеть им очень важно. Можно улучшить. Это мы берем. Рывок в воздухе – один из важнейших приемов движения Алекса. Для выполнения дважды нажмите плюс отпустить любая клавиша перемещения, чтобы избежать атак или просто изменить траекторию прыжка. Экспериментируйте. Так, ну сейчас протестируем. То есть прыжок. Очки развития. Вы заработали очки развития. Ор. Получайте ор, побеждая врагов, уничтожая или скрываясь от ударных групп и выполняя задания. Очки развития используются в меню улучшений, чтобы купить новые навыки движения и способности. Новые предметы для покупки будут появляться в меню улучшений по мере выполнения вами заданий и продвижения по игре. Так, можно еще какие-то предметы купить. Нажмите Escape во время игры, чтобы получить доступ к меню улучшений. На экране паузы. В меню улучшений нажмите F или V, чтобы переключать разделы. Так, сейчас посмотрим. А ну вот рывок появился. То есть прыжок и потом Shift. Так, только один раз. Свободный поиск. Вы в режиме свободной игры. Направляйтесь к маркеру на вашей мини-карте, чтобы получить задание. Так, с рывком мы разобрались. Так, это получается, это вот улучшилось дальше. То есть улучшение вниз идет. Планирование. Важная способность, позволяющая расширить ваши возможности перемещения. Отлично подходит для покрытия больших расстояний за короткий промежуток времени и для скрытых проникновения на базы. 15 тысяч. Так, ну, так-то, да, берем. Планирование. Передовая техника перемещения, дающая беспрецедентную маневренность, если комбинировать ее с рывком в воздухе. Выполните спринт, а затем прыжок. Пробел. Чтобы начать планирование, после используйте рывок в воздухе для достижения максимальной управляемости. Так, ну, тестанем. Планирование – самый быстрый способ перемещаться по городу. Объединяйте планирование с рывком в воздухе, чтобы максимизировать вашу способность к перемещению. Находясь в воздухе, удерживайте клавишу «Спринт», а затем нажмите «Отпустить пробел», чтобы планировать. Так, грубая прыжок и еще раз прыжок. Нет. Прыжок. А, Shift надо держать. Ну ладно, привыкнем. Что у нас еще есть? Так, 42 тысячи. Ускоренный рывок в воздухе. Увеличьте скорость и расстояние вашего рывка в воздухе с помощью этого улучшения.
Так, ну нам еще здесь хватит. Щит будет поглощать наносимый ущерб, сохраняя ваше здоровье, пока его не пробьют. После этого он должен восстановиться, чтобы вновь начать поглощать урон. Так, мы, наверное, сначала движение все возьмем. Так, ускоренный рывок. Улучшение спринта. Кувырок. Используйте кувырок, чтобы избегать снарядов и атак. Кувырок – важное движение, которым необходимо овладеть. Кувырок. Жизненно необходим в ближнем бою. Для кувырка дважды нажмите и плюс отпустите любую клавишу движения, чтобы избежать атак с близкого расстояния или летящих у вас снарядов. Использование этого приема зачастую дает возможность для разрушительной контратаки. Ударил и убежал. Так, тестируем. Так, какая кнопка-то? Нажмите отпустить. Что нажать отпустить? А, ну вот пробел. Ой, этот shift. Видимо, оно. Так, ладно. Скорость спринта 1. Ускорьте ваши рефлексы и оптимизируйте строение тела, чтобы бежать быстрее, чем когда-либо прежде. Можно улучшить. Так, это мы возьмем, да, обязательно. Скорость спринта 1 позволит вам бегать как никогда быстро. Это улучшение жизненно необходимо, чтобы избегать ударных групп или преследовать вашу добычу. Так, улучшение пока, видимо, нельзя. Потом, наверное, появится. Улучшение прыжка. Прыгайте дальше и быстрее. Жизненно важно для быстрого перемещения. Очень важное улучшение. Можно улучшить. И это берем. Улучшение прыжка 1 позволяет вам прыгать быстрее, выше, сильнее. Свяжите несколько прыжков в серию, заряжая ваш последующий прыжок, пока вы находитесь в воздухе. Хорошо, так, все, у нас очки развития закончились. Так, записи. Цели, направлять к убежищу данные, советы, обучение. Все нам по мере прохождения говорят. Сохранить. Какое будет ручное сохранение тоже. Так, ну вроде все. Так, сюда мы прыжки по карте. Ну попробуем. Попробуем, ладно. Ближайшую попробуем. Так, ну теперь, да, перемещаться намного быстрее. Еще так можно. Так, прыжки наверху. А он без шифта, он не запрыгивается. Не цепляется. Начать испытание. Прыжки по карнизам. Так, надо нас за 45 секунд пройти, чтобы получить 6500. Ну и, соответственно, все нижние, наверное, тоже получится. А в сумме 13 тысяч, которые указаны были на карте. Как можно быстрее пройдите через все контрольные точки. Начать испытание. Ну, это мы чисто посмотреть, потому что, мне кажется, здесь надо проходить это все уже прокачанным. Когда уже все по максимуму прокачано. Так, прекрасно. Ну, мы чисто посмотреть. Хотя бы на бронзу. Пустил.
испытание пройдено. Так, ну, бронзу получили. Отлично. Так, ладно, не будем перепроходить. Это надо уже как бы улучшены по максимуму. Быстрее бегать, прыгать. Там двойные прыжки какие-нибудь. Пока это не так важно. Так, здесь что за голова? Кто там? Цепь событий. Это цель цепи событий. Поглотите ее, чтобы восстановить воспоминания и открыть новые цели цепи событий. Прости. Ты, сучонок, тебе это так не сойдет. Оба сошло. Капрал Люкден. Грузите этот мусор, капрал. Тащите ее в машину. Ты, встреча в Брайденс парке, 22:00. Сэр, смотреть в оба. Где-то шляется бегун. Быстрее, быстрее. Так, и еще опыт дают. Это хорошо. Нажмите так, чтобы прицелить своего врага. Нажмите стрелять. Здесь врагов нет. Так, вот это вот беленький, это, наверное, военный. Или нет? Это непонятно. Где-то вот здесь должен быть. А, полицейский. Выходи. Давай, выходи. Выходи. Походу не выйдет. Так, ты тоже не выйдешь? Вообще уехать захотел. Так, это гражданский был. Так, кстати, опыт дают, за гражданских не дают. За гражданских не дают. Так, 5, 6, 9. Так, всего лишь 6 очков развития. Это немного. За одного. Куда у вас такая толпа? Сейчас еще кого-нибудь найдем. Вас слишком много. Где-то здесь 6 очков. А вот полицейские машины. 6 очков развития. Так, а вот если вот так, то его просто убить. Так, сколько у нас там сейчас? 5-8-1. Тоже 6. Ну, видимо, есть, наверное, какой-нибудь там спецназ или какая-нибудь ударная группа. На них больше, наверное, дают. Расширить зону поиска, прием.